Великий Новгород присоединился к Всероссийскому дню памяти Дмитрия Хворостовского. В киноцентре «Россия» состоялся показ фильма-концерта «Музыкальная Одиссея» в Санкт-Петербурге. В зале киноцентра практически не было свободных мест. Аншлаг собрал концерт Дмитрия Хворостовского в Великом Новгороде. Народный артист выступал у нас в 2009 году и навсегда покорил сердца своих поклонников. Когда мы объявили об этой, в общем-то, акции, откликнулось очень много народа, было очень много звонков, спросили, сколько денег стоит, вообще платно это или нет. И мы всем объясняли, что эта акция проводится по всей России именно бесплатно. Более 15 городов по всей России в этот день почтили память великого оперного певца показом киноленты, созданной американскими кинорежиссерами в 2010 году. Дмитрий Хворостовский участвовал в этом проекте с американской оперной дивой Рене Флеминг в роскошных декорациях знаменитых петербургских дворцов. Они исполнили арии из всемирно известных опер «Норма», «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и «Нерон». Напомним, певец скончался 22 ноября в Лондоне на 55-м году жизни после продолжительной борьбы с онкозаболеванием.